Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска. Двигатель 1.4 автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 35 тысяч километров. Заменю на нем масло в двигателе и фильтра. Открываю капот. Ну и сразу здесь заменю воздушный фильтр, а потом уже подниму и солью масло. В принципе, фильтр тут меняется, 2 минуты делов. Отщелкиваем две защелки. Отодвигаем немножко фильтр назад, приподнимаем его и вытаскиваем фильтр. Снизу видно, грязь продую. Фильтр в очень плохом состоянии. В очень плохом состоянии. Фильтр еще оригинальный, быстрее всего его и не меняли. Затыкаю заслонку, затыкаю отверстие забора воздуха. Беру новый воздушный фильтр фирмы Citroen, номер его 9.1.15.65, фирмы ТСН. Поправляю и завожу в направляющие с обоих сторон. Защелкиваю защелки. Судя по цвету масла, тоже перепробег по маслу. Поднимаю автомобиль и сливаю масло. Поднял автомобиль, откручиваю масляный фильтр. Беру очиститель карбюратора, здесь немножко вот это безобразие смою, чтобы его потом не растягивало. А когда поставлю новый фильтр, еще раз смою. Беру новый фильтр. Новый фильтр буду использовать фирмы Sakura C1809. Смазываю резиновое уплотнение на фильтре маслом. Закручиваю на место фильтр. И еще раз смываю.
откручиваю сливную пробку. Головка на 17. Все, сливаю масло. Масло сбежало. Немножко плеснул, где-то грамм, наверное, 100-150 свежего масла сверху. Смываю подтеки. И опускаю автомобиль. Заливаю масло фирмы Total 5W30 9000 Energy HKS G310. По рекомендациям именно это и идет в Kia. Залил 3,5 литра. Мерим. Масло максимум. Все нормально. Номер масла для заказа 175-393. Номер не сказал. Теперь меняю салонный фильтр. Открываем бардачок. Нажимаем по бокам и опускаем его вниз. В принципе, можно целиком снять. Открываем крышку, нажимаем два фиксатора и достаем фильтр. Ну, как видим, фильтр тоже в очень забитом состоянии. Беру новый фильтр. Угольный фирмы TSN. Номер его идет 97918К. И устанавливаю его стрелками вниз. Беру крышку, завожу направляющую и защелкиваю. Берем бардачок, пропилами в нижнем положении заводим
нажимаем по бокам и защелкиваем. Все. Салонный фильтр меняется легко. На этом все. Замену масла масляного, воздушного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго.